Маша, день близок к ночи, пора спать. Ну, пап! Если не будешь спать, то Катька придет. Ну, хотя бы сказку расскажи. Сказки у нас дед Мастер рассказывает. Деда, расскажи сказку. Ну, внученька, слухай. В одной далекой-далекой деревне... Нет, это я знаю. В одном сказочном лесу жил-был ежик. И было ему 250 лет. Ходил он... Нет, я тоже помню. Все-то, внучка, ты знаешь. Тогда вот такую слушай. В одном страшном болоте жила-была лягушка, квакушка. И вот однажды решила она отправиться в лес для того, чтобы поискать ягоды. Дедушка, а расскажи лучше, кто такой Букашка? Внученька, ну я вот тебе рассказывал, кто такие домовые. Это наши верные помощники, по хозяйству помогаем, за детками приглядывают. А Букашка – это тот же самый домовой, только вот ему дома не досталось. Он обиделся, ходит, бродит, всех пугает. Да и ты, внученька, коль спать не будешь, и к тебе тоже придет. Так что лучше засыпай. Ой, страшно стало. Бабуля, спой лучше колыбельную. Бай, 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 домой уйди, детку. Уж я жить тобой люблю, да новую цветочку куплю. Уж я роль тебя потешу, новую цветочку повешу. Новую цветочку повешу, детям с парадовану. Спать повалю, да тебя цепочку. Как же прекрасно, что в сказках всегда все на своих местах. Добро всегда побеждает зло, и каждый получает по заслугам. Ведь правда красиво? Ой, а что же это такое? Получается... Странно. Спасибо, что позвал. А ты кто? Я Букашка. Тот самый из сказки? Тот самый, но не из той сказки, что вы знаете. Там все про меня неправда. Я ведь на самом деле не такой. Ваши сказки обманывают. Нет, в сказках все правда. Добро всегда побеждает зло. А тебе-то откуда знать? Хочешь, я покажу тебе, как в сказках на самом деле? Ну, давай. Только дай мне вот эту штучку. Да.
мне личную жизнь устраивать надо бы нам. Ну что узнали? Это Настенька вот с лубинями. Мой трёт. Так что? Так во всю жизнь жить, да? А это Марфушенька. Она наш человек. Четко знает свою цель. Знает, чего хочет. Ну, так ведь это же неправда. В сказке все закончилось хорошо. Ты что, краткое содержание, что ли, читал? Или ты просто конца не смотрел? Ну, может, вот забыл немножко. Сейчас увидим. Давай посмотрим. Я ошибаться, чур!
будем покорять музыкальный мир. Море воют ураганы, в синем
скучно. Скучно, скучно, что мне скучно? Устроим тут балаган, ну вот все отсюда! Собирайте все скорее! Тупо Дашу строят. Что? Что опять случилось? Не нравится ей, понимаете ли? А мне что делать? Ой. Вот, а, ну, ты, видите, а? Балдеет, кайфует, песню там, пляски. В общем, опустился на самое дно. А? Ведь это же ужасно. Не помнить своих близких, своих родных, свою родную сторонку. Но я уверен, что все закончится хорошо. А что ужасного, я вот не помню, и ничего живу. Ну, увидим. Что вообще я тут делаю в этом подводном царстве? Вот по улице в одиноко бродил мальчик.
Одежда его была далеко не праздничной. Лицо хмурое, походка тяжелая. Мальчик с детства был сиротой. За неимением собственного дома он шел в поисках теплого ночлега. В ту ночь ему было особенно грустно. Рождественской звезде стало так жаль сиротку, что и звезда скатилась с неба. И упала мальчику в ладонь. И превратилась в волшебную флейту. Волшебство ее заключалось в том, что она помогала каждому, кто решит совершить добрый поступок. В ту же ночь мальчик увидел на дороге плачущую девочку. «Почему ты плачешь?» – спросил он. «Сегодня должна была быть самая волшебная ночь в году, но я потеряла свой подарок. Это так грустно!» «Не плачь, у меня есть для тебя подарок!» «Вот он!» – и протянул девочке волшебную флейту. Девочка так обрадовалась, что тут же решила сыграть на ней. Ее чудесный звук услышали жители всей деревни. Они вышли из домов, и праздник начался. И девочка с мальчиком праздновали вместе со всеми. Не бывает такого. Вообще такие сказки нельзя показывать, особенно мне. Можно, даже нужно. Все сказки такие. Все! Идем к нечисти, идем. Вот они тебе покажут, какие сказки на самом деле. Они уже давно, давно нас ждут. Все, пошли. Чистый лес. Просим пройти на ваши незаконные места. Не хочу жить в пустыне, да и для экологии родного дремучего леса
Мне ничего не жалко. Спасибо. Садитесь. Слово предоставляется бабе-яге. Так вот это! Я чего так подумала? И я давно переживаю за изменение климата и появление этих осоновых дыр. Вот так вот. Поддерживаю. Вот так. Бюрография совсем не черту. Вот. Папа, чумнее, бабьяга, пожалуйста. Так и о чем говорю-то? Самолет летает туда-сюда. Летают самолеты. И везде дым, дышать нечем. А моя-то ступочка. Ступа, нет и нет, гарь нет, в общем, экологично. Я за то, чтоб в лес никого не пускать. Правильно, Олега, Емеля, да. Вот дай нам запешника, туда. Хаптит, ради чего удумал-то? Он на небе лез, за деревами стал лез. Уже вообще ни одной травиночки не осталось, как-то перетопил. Мало того, что коптит еще, и как долго это мучилось. Сколько же он опьет? И когда прекратится этот аттракцион беспринципной линии? У меня все. Спасибо. Мы уловили ваш протест. А у нас на очереди видеообращение с Змея Горыныча. Ну что, уже можно? Куда валить? Раз. Значит так. Люди с огнем играют. Огурки вместе бросают. Костры до неба разжигают. А в пожарах лесных меня обвиняют. Долой несправедливость. Да, бой. Извините, связь прервалась. Кощей, разбудите, пожалуйста. Родненький, ты чего? Ой! Итак, сделаем основной вывод нашего форума. Да, делай. Людям вход в лес запретить. Кто еще желает выступить? Может быть, лихо одноглазый. Ну что? Видали, как они за свой лес переживают. Люди им там все затоптали. На мусоре они вон собрались. Они знаете, кто? Они активисты. Так они только разговаривают-то и умеют. А дело-то на месте стоит. Знаешь что, вот это вот болтать, разговаривать, это тоже надо уметь. Вот как я. Что, опять тебе что-то не то? Ну увидим, поглядим. Встречайте, посол доброй воли, Василиса Премудрая! Thank you.
печные трубы поставим фильтры. За костры и брошенные окурки большие штрафы брать будем. Для Емелиной печки разметку специальную в лесу нанесем. А рыбачить разрешим только с удочкой. И все у нас с вами наладится. Чего? А что? Мне нравится. Финансирование обеспечу. Чего? Для такой красоты никакого злата не жалко. Дай-ка! Пусть мой бабка разберется на боксах. Видите, мой бабка, не жалко ему злата. Да, это ты, что ли, там? Сказки-то меняешь, а? Нет, но они все всегда такие. Да? Что-то не помню. Что ж делать-то? А ты знаешь вообще, что есть такие сказки, где вот, где все люди обижают друг друга и предают? Такие сказки. А вот есть, есть. Вот иди сюда, иди. Вот есть эта сказка, вы ее все знаете, там... Я даже сам там бумажку
Как она, а? Вам эта сестрица хороша. Братца собственно насмех подняла. А ты мне тут родишь про добро в сказках. Букачка, да. Понимаешь? Да. Даже в сказках каждый может ошибиться. Но главное, что сестрица вовремя исправилась. Не все толдычишь, исправилась, нашла. Ты скажешь сейчас, что она еще пойдет его искать, да? Да, и что? А знаешь что? Знаете что? Этих ваших сказок не существует. Это все фантазии. Это все мечта. Спасибо. И вам тоже.